Приветствую, друзья, с вами Павел Первый, и это Легенда Аркаина, Книга Орков Первая. Интерлюдия планы на будущее. Через несколько дней Рангоу добирался до островов омертвляющего дыхания, неся с собой целебный жезл. Орки наконец убедились в его силе. Никто больше не смел спорить с почтенным вождем Рангоум, пусть когда-то он изжалился над человеческой девочкой Ванессой. Спустя пару недель Рангоу позвал своих самых верных товарищей, чтобы обсудить некие планы, шедшие далеко за пределы обыкновенных налетов и грабежей. Поехали. Мои друзья, вы, надеюсь, знаете, что в мои цели входит не только обогащение или избитие людей. Орки. Наш народ на грани истребления. Давным-давно наши предки боролись с другими расами и проиграли им. Эти клады борются друг с другом, пока крепнут силы Империи и надвигается вторжение демонов. Очень интересно черным экраном все показывать. Нашей расе пора найти свое место в этом мире. Давно уж пора. И чем ты намерен помочь, Рангоу? Клады всегда враждовали, разве только если... Если не было могущественного вождя, который объединял их и вел на битву с противником, ты верно это хотел сказать, Ифрог? Ух, нихера себе, Ванеска. Да, мы все слишком разобщенные. Нет такого клада, что не вел бы заклятого соперника, не вел бы с ним вражду. Вот поэтому надо созвать местных вождей и убедить их сплотиться под стягом одного повелителя. Мой отец ведь своим недавним успехом завоевал их почет. Многие впечатлились тем, как он в один набег одолел 3 войска. Ты что, уже все продумал? Естественно, дружище. Но все равно этого может быть мало. Пускай бы один из самых сильных и уважаемых кладов, нам остается кое-что сделать перед тем, как требовать настоящий сбор. Кажется, я понял, о чем ты. В последний раз, когда орки наконец объединились, сначала слились 2 самых мощных клада, и уже они взяли согласных под свое крыло, а всех прочих разнесли. Вот именно. Позднее демоны уничтожили их всех, дабы не повторить бы их ошибок. Нужно убедить один из складов присоединиться, пока мы не стали довольно сильны. Даже не знаю, кто готов будет примкнуть. Омертвляющее дыхание начинь почете, но... У меня есть идея о том, как решить эту задачу. Стедав них пор, клан помраченного разума стал добегать на имперцев и теперь платит за это. Разведчики говорят, что их дерет в клочья один из самых могущественных людских генералов. Так и знал, что рано или поздно помраченный разом доиграется. И это нам на руку. Можно отправить полк, который их вызволит. Воины этого клада знают, что такое честь. Они легко убедятся, что к нам стоит присоединиться. Толково? Ладно, я созову клан. Отец, накануне имперские псы начали строить флот. Если мы хотим успеть на выручку попреченного разума, лучше вызвать отряд скорее, а не то его раскроют. Да, с флотом можно разобраться позже. Пойдем, Ефрог.